Всех приветствую, играем дальше осады. И сегодня на очереди замок Мондрен. Ну, начинаем. Так, тут у нас такой прикол, что почему-то замок состоит из двух частей. Ну, основная, конечно, это, там где лорд. А вот эта часть вообще непонятна. Какие будут указания? Ее по-любому прессанут. Долгая дорога. То есть зачем, ну, видно, исторически, хотя я не нашел этот замок в истории, но видно такая задумка, что более передовой пост, если небольшие группы, мог сдерживать нападавших. Но в нашей реальности, конечно, там просто нечего делать им. Так, пока мы... Бонус при сражении плюс 10. Пока мы можем уничтожить вот эти вещи нехорошие. Так, где тут еще, походу, одна должна быть. Нет, это хорошие вещи. Это хорошие. Ну да ладно. Мой лук вашим услугам. Проще, здравствуйте. Они не пройдут. Милорд. Так, а вы что там стоите? Милорд, куда не попали? Так, у нас тут собачки есть. Неплохо было бы их выпустить. Какие будут указания? Мы идем. Ждем ваших приказов. Радостью. Да. Ваша светлость. Это сюда. Да? Есть ваша светлость. Это сюда. Лучники готовы. Мой лук вашим услугам. Лучники сюда. Так, вот эти... Мы тоже переправляем. А вы останьтесь-ка. Можете рассчитывать. Готов служить вам. Это сюда. Вперед. Я лучше возьму булавоноса присануть. Так, арбалетчики. Ну, походу, арбалетчики могут и не успеть добежать. Да бля, что такое? Так, можно скоростушку по чуть-чуть прибавлять, то как-то сильно медленно. Конечно, эти осадные нужно снести все. Вот, хорош. О, блядь, не успеют. Давай так тогда. Так, выпускаем. Так, вы сюда. А ты сюда. Ой, блядь, я даже не пойму, вы пехота. Ох, нормально. Так как? Так, эти сюда. Ну, песик. Можно. Можно атаковать. Шевелитесь, собаки. Давай, давай. Мы идем. Да. Мы пехота. Давай, давай. Мы идем. Шевелитесь, собаки.
Давай, давай, дадим, парни! Так, нормалек. В принципе, нормалек. А чё собачки-то? Чё собачки-то не выбегают? Так, сохранимся. Походу все четенько получилось. 20% бонус, отлично. Ох, успел, успел. Так, поджигаем. Это дело все. Ну, собаки оттуда вылетят или нет? Мы уже в пути. Странно, конечно, с собаками получается. Так, вы сюда, головоносцы туда. Сохранение. Ну вот сюда. Отличненько, что-то там подожгли, и то хорошо. Собачки не хотят выбегать, ну и хрен с вами. 15, его уже разрушают. Разрушают наши улучшалки. Как они называются? Короче, почтение. Объекты почтения. Блядь. Кто там? Ну. О! Надеюсь, выбегу теперь. Да, поехали. Они сейчас этот отряд снесут нахрен. Так, ну это есть, хорошо. Теперь пришло время для этих. Что-то тут мечников до хрена. Надо бы их поджать. Да, хорошо так как вместе с зданием дольше будет держаться эффект. Так, где наши собачки? Присанули их уже. Это вас несите, чтобы стеночку не колупал. Ха-ха-ха!
Вот лошадки, хорошо. Палятся. Так, это есть. Да, в принципе, вообще отлично. Что тут у нас? Ну, нормально осталось, но явно, что замок предназначен для обороны. И поэтому очень хорошо себя держит. Еще тут одна линия и вторая линия. Можно переходить себе спокойно. Так, отлично. Замок построен просто великолепно. Лучники готовы. Мой лук один из лучших. Вот. Да идем, не буду показать. Так, а ну разберитесь. Опа. Так, а ну-ка разберитесь с этими нахлебниками. Что-то покотали. Блять, мне лучников. Ну, куда же вы сматываете? Отлично, отлично. Ну тут вообще без проблем. Так. О, у нас 192 камня. Да ни хрена себе. А мы тут можем ремонтироваться полдня, блин. Так, да вообще территория классная. Тут пару постов поставить. Нее бы так поиграть в какую-то миссию. Блин, вот это классно сделано. Офигеть. Да вообще, блин, речка так чётенько. Сохранимся на всякий пожарный. Ох, арбалетчика. Пошла группа. Ну, может, вы снесете нас? А, ворота большие, блин, я думаю, что это 2000.
Так. Так, есть один. Еще один. Крен остался, блядь. Так. Сохраняемся. Опа, пришло время для маслица. Во, что-то быстро долбают стенку. Это, блядь, все вместе валили. Ё-моё. Ох, ни херена себе. Пора сваливать с этой башни. Опа. Хрена себе, тара пришла. Так, ремонт. Тут, конечно, их просто заливают стрелами. Так, еще группа мечников идет. Арбалетчики, пикейщики, мечники и куча пикейщиков. Больше не стреляйте. Так, а хули вы? А хули вы? Бля, как мне тут рассоединить? Сейчас нужно будет заливать пикейщиков. Хотя, может, их и так снесут. Лучники на них намного лучше действуют, чем на мечников. Да, нормально, ложит и так. Масла не понадобится.
Так, что у нас там? Ох! Они решили уже все вместе бомбануть. Сейчас посмотрим. Сохранение. Так, маслицо пришло. Маслицо пришло. Так, одну уместненько смотрим. Не успел отремонтировать. Так, это нужно сразу выливать. Еще кто-то с маслом остался. О, вот. Да ну хера себе. Так, а ну-ка, отошли. То они эти ворота сейчас снесут за 10 секунд. О, куда ты пришел? Ну-ка назад. Собачки так нормально задержали. А, там еще есть. Так, это есть. И что у нас тут? Тут уже никого. А вот последняя группа. Ну нормально такая миссия. Интересная, сбалансированная, что самое главное. Чтобы было интересно играть. Вот эту осаду можно не раз пройти точно. Oh, my God.
если бы еще человек 50 этих алибарщиков, то снесли бы и эти ворота, остались бы последние. Но замок, конечно, продуман офигенно. Такой коридор смерти для врага. Тупо расстрел со всех позиций. Рекорд побил свой. Не помню, когда уже играл последний раз. Все. Подписывайтесь на канал. И пока.